Hey! Komm zu uns, Anna! Anna, давай! Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов Grand Star True. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальные костюмы, то есть аниматорские костюмы, ростовые куклы. У нас сейчас представлено три ростовых куклы. Это, начнем слева направо. Это Джигит толстый, вот с белой шапкой на голове. Джигит худой, с черной шапкой. И у нас Мустафа. Посмотрите, какие замечательные ростовые куклы. Костюмы объемные, довольно тяжелые. Примерно один костюм весит 4,5 килограмма. Ну, полностью вес. Вот, посмотрите, все костюмы яркие, качественные. Голова большая у них. Остальной костюм, в принципе, он особо ничем не отличается от аниматорского. Здесь только вот большой объем головы у всех. Давайте начнем с Мустафы, рассмотрим. Вот посмотрите, как выглядит Мустафа. Здесь у нас ботиночки. Посмотрите, вот такие ботинки с пальчиками. И внутри у нас как будто там тапочек уже резиновый пришит. То есть очень удобно. Вот так вот здесь подошва. Пальчики здесь у нас, руки есть, сюда просовывается рука, и здесь пальчики. Такой вот большой нос, здесь выпадающие глаза, посмотрите, здесь для рук, то есть можно сюда руки совывать, можно сюда. Глаза выпадающие, они также легко убираются обратно. Здесь у нас сеточка для лица, чтобы можно было смотреть. И в комплект еще входят штаны. Вот такой вот у нас Мустафа, красивый костюм для аниматоров, очень популярен на разные праздники. Следующий костюм у нас Джигит худой. Смотрите, вот такая вот объемная голова, здесь у него как брови такие, чубчик, шапка, вот здесь рот у нас. Так вот выглядит, посмотрите, объемная такая голова. В комплект входит у нас еще имитация обуви, вот такие красные ботиночки, как сапожки. Подошва у нас здесь вот такие довольно плотные они. Штанишки в комплекте. И, конечно же, у нас плащ. Посмотрите, черного цвета с ярко-красной отделкой. Внутри у нас также красная стеганая подкладка. Посмотрите, материал весь прочный, качественный. И третья ростовая кукла, это у нас идет Джигит толстый. Они практически идентичны, только вот чуть-чуть побольше в белом цвете. Такой же у нас идет сюртук, можно сказать. Здесь ботинки ярко-красного цвета также и штанишки. Очень все качественное, хорошо пошитое. Удобно аниматорам в них. И очень такие забавные на любые праздники. Востребованы среди аниматоров. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и, конечно же, заказывайте ростовые куклы. Hey! Come to the theater!